комната, в которой хорошо и взрослым, и маленькому ребенку. Когда в дом пришло счастье и вас стало трое, малышу нужно много любви и заботы, а вам комфортное пространство, чтобы их дарить. Обустроим комнату 19,9 квадратных метров в однушке совсем по-новому. Поставим диван, а рядом детскую кроватку с игрушками. Так мама будет рядом с малышом всю ночь. С другой стороны, организуем место для переодевания и кормления. Поставим комод, удобное кресло и лампу с теплым светом. Оборудуем зону отдыха для взрослых с телевизором и тумбой. С грудным ребенком очень важно организовать вместительную зону хранения. Поставим большой шкаф-купе, в который точно поместится вся одежда, коляска и игрушки. Не забудем и о взрослых. Обустроим комфортное пространство для удаленной работы, чтобы больше времени проводить со своим малышом. Неяркие цвета интерьера особенно важны, когда ребенок только начинает познавать мир. А минималистичный стиль сканди, в котором нет ничего лишнего, поможет взрослым поддержать гармонию в доме. Все для удобства в вашем доме есть в Хофф.